Ну чё, готов там же это самое, свистеть начал, как чайник, короче, заваривающийся. Чё у тебя, есть там успехи какие-то? Что-то у тебя мало успехов, я смотрю. Налаживаем средства коммуникации для исключительной командной, я сказал, работы. Блин, после таких фраз, исключительная командная работа, то есть такой, мне самого на работу взяли. Какой я? Сейчас подожди, я включу стрим, послушаю. Это ради дурачок просто колонки включил у себя. Думаешь, что с помощью колонок он сможет настроить себе микрофон. Ну, вы знаете, этот Калининград, господи. Современные технологии, там быстрый интернет, все дела. Так это работает. Блин, Рэдди, мне не уютно, что я разговариваю на чужом стриме, один причем. Алло. ВБ-это как-нибудь, не знаю там. О, у меня три пачки скелета, нормально. А, ты сейчас посмехаешь, достался с пяти воздушками. Какой кошмар. Что у меня тут 10-19 алмазных големов. Я даже эти живые самые ходоки построены. О, айстрим. Ну нормально, есть метеоритный дождь, есть ёпта верный. Три скелета вообще хорошо. Нормально начало. Будем катапульты воевать. Нормально пойдет. Кошмар, я тебе говорю. Рэдди, я буду пахать голосом за двоих, а Рэдди будет у нас это. Ну, играть за двоих, короче, чё уж стоит, приукрашиваю. У Рэдди не работает, господи, я кричу так, что я слышу себя, когда я говорю про свои колонки. Ну да. Тебя люди вам просят, просто по белому, включи колонки. И Алло! Кислинка! Алло! Не, ну серьезно? Блин, ну так, Сергей, у нас не пойдет с тобой.